Добрый день. Здравствуйте. Тебя как зовут? Саша Латыш. Как? Латыш. Имя твое? Саша. Саша, да? Сейчас мы приехали в Макеевку к маме, которая одна воспитывает сына. Ее муж умер, к сожалению. А у мальчика серьезная болезнь. Что у него? Киста в голове, спастический парез и задержка речи. И вы, получается, живете здесь, вот она живет в таком бараке, на 4 хозяина, да? Да, дом на 4 хозяина. Сегодня мы приехали, проведали ее мальчика, привезли вот здесь продукты. Благодаря жителям города Самара, которые жертвовали свои средства на концерте певицы Юлии Славянской. Эти люди всегда переживают за жителей Донбасса, которые попали в трудную ситуацию. А сама Юлечка очень сильно переживает за людей, живущих здесь, особенно деток. Она приезжала сюда и скоро тоже приедет с благотворительными концертами. Мы тебе возьмем билет тогда, бесплатный. Еще не могу. Еще не можешь? Почему? Нога большая и маленькая другая. Да, одна большая, одна маленькая. А когда у тебя заживет все, пойдешь? Угу. В больницу отходим и пойдешь, да? Угу. На концерт пойдешь? Угу. Все. Главное, учись хорошо, да? Угу. Огромное спасибо жителям города Самара. Спасибо, Юлечка. Всем, кто принимает участие и помогает людям. Низкий вам поклон всем. Да, спасибо огромное. Ваша помощь нам очень помогает.